Ми продовжуємо програму «Новий день». І зараз я представляю гостей студії. Ми вже їх чекали і сподіваємося на цікаву розповідь. Отже, розповідь буде спортивного характеру. Залучаємо до бесіди усіх шанувальників миколаївського спорту. Наш телефон 76-92-42. І ви можете поставити нашим гостям свої питання. Я нарешті їх вам представлю. Отже, Геннадій Жигадло, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету фізичної культури та спорту. Юлай Тупєєв, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту і майстер спорту України. Доброго ранку і вам. І нарешті Діана Шелестюк, студентка факультету фізичної культури та спорту, майстер спорту України, чемпіонка Європи зі стрибків у воду у 2012 році. Ну і ось щойно Діана повернулася із столиці України, із Києва, і повернулася з перемогою. Я вітаю вас у нашій студії. Ви не на змаганнях, ви на таких зручних диванчиках, можна трошечки розслабитися і не попрацювати, а поговорити. Розказати про досягнення і про той шлях, який ви пройшли до цих перемог. Отже, де побувала ваша чемпіонка? Ну, хотелось поприветствовать телезрителей и напомнить все-таки, что мы являемся факультетом физической культуры и спорта Николаевского государственного университета имени Сухомлинского. Факультет физической культуры за много лет подготовил много знаменитых спортсменов, и на данный момент у нас есть ряд выдающихся спортсменов, которые защищают не только цвета нашего города, но и также нашей Украины. К этим студентам мы можем причислить таких студентов, как Диана Шелестюк, чемпионка Европы, бронзовый призер малых олимпийских игр в Баку, Олег Колодий, они оба прыгуны в воду, также Гребец, наш знаменитый Гребец, чемпион универсиады студенческой в городе Токио, Япония, который неоднократно побеждал также на всеукраинских турнирах, на данный момент является аспирантом нашего университета и защищает цвета не только нашей Украины, не только нашей области, но и Украины. Ну а Диана, звідки повернулася? З яких змагань? Кубок України відбувався. Кубок України? Зі стрибків у воду. Стрибків у воду. І як стрибнула? Дві срібні медалі. Дві? Ні. Ну, я думаю, що дитина засмучена. Трошки вона хотіла веселіємо. Золоту. Треба казати, дві срібних медалі. Ну що, не так? Треба пишатися своїми досягненнями. Це ж круто, це ж срібло. Ну, хотілося золото, звичайно. Їй золото хотілося. А чому не золото тоді? Ну, мабуть, не допрацювала. Не допрацювала. А чому, як ви гадаєте, на що сподівалися? Були сподівання такі ґрунтовні в неї, реальні? Ви також на золото сподівалися? Но мы всегда хотим, чтобы наши студенты, представители нашего факультета, в первую очередь, занимали только первые места. Но если представитель нашего университета привез серебро с таких соревнований, я считаю, что это очень выдающийся успех не только для университета, но и для города Николаева, в первую очередь. Потому что таких успехов сейчас все меньше и меньше. В связи с такими событиями, что спорту уделяется меньше внимания, чем раньше. Поэтому я считаю, это огромный успех для города Николаева. Как вы работаете со своими спортсменами? Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что уваги меньше и меньше, но на вашем факультете достаточно студентов. Мне кажется, молодь хочет приділяти увагу спорту. Но дело в том, что у нас есть две категории студентов. Первая категория – это спортсмены высокого уровня, не ниже чемпионата Украины, и любительский уровень. Это те ребята, которые, может быть, и не достигнут высоких результатов, но они все-таки участвуют в любительских соревнованиях города Николаева, Николаевской области. И защищают честь нашего места. Если взять спортсменов уровня Николаевской области, тогда защищают цвет нашего города. Если это соревнование местного масштаба, то честь университета.
Які вимоги у вашому навчальному закладі до студентів і який шлях вони повинні пройти, щоб досягнути успіхів на місцевому або всеукраїнському чи загально світовому рівні? Здесь у нас ще как бы есть диалог с теми тренерами, которые также работают с данными спортсменами высокого уровня, потому что в Дианы сейчас тренер Сергей Николаевич Гуменюк тесно сотрудничает с нашим заведующим кафедры, выпускающей кафедры спорта Тупеевым Юлаем Ильевичем и другие тренеры, которые у нас являются работниками нашего вуза, но тесно сотрудничают с кафедрой спорта. И уже совместно они добиваются вот таких высоких результатов. В чем полагается такое співробітництво? На данный момент у нас сейчас где-то 19 спортсменов, это высокого класса, это уровень мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Ну, мы уже говорили о них там, о некоторых обозначили. Ну, каким образом построится работа, я вам объясню. У нас каждый год проводится спартакиада между вузов города Николаева, то есть областная спартакиада. И, естественно, мы постоянно занимаем первое место. Вот сейчас вот за два тура до окончания мы уже досрочно стали чемпионами. Ну, проводится внутренняя спартакиада между вузе, которая отбирает лучших спортсменов. На базе вот этого нашего факультета мы формируем сборные команды, которые принимают участие в соревнованиях самого высокого уровня. Таким образом вот строится работа. Ну, у нас очень много секций различного рода, прекрасная спортивная база. У нас есть специализированные залы по атлетической гимнастике, по единоборствам, футбол, волейбол, баскетбол, игровые виды у нас очень хорошо развиты. И, в принципе, настольный теннис очень хороший. У нас, в принципе, созданы все условия для того, чтобы спортсмены могли прогрессировать дальше. Діано, а в тебе вистачає часу ще на якусь секцію? Чи ти повністю занурена у свій вид спорту? На жаль, не вистачає. А куди б хотіла? Хотілося б кудись іще? Можна я на русский перейду, так легче. Столько времени просто уходит на тренировки, что, честно, приходишь домой, уже особо ничего не хочется. Хочется целыми днями в бассейне, как-то тяжело. А на якесь особисте життя вистачає часу? Не, ну это дозвілля. Да, ну, на домашние там заботы и все такое, там небольшое хобби, может, какое-то, конечно, хватает. Не дуже завантажили? Ну, спортсмен высокого класса, как правило, делает где-то 10-12 тренировок в неделю, поэтому это такая необходимость, ну, от этого не уйдешь. Со это профессиональный, так сказать, подход к виду спорта. Поэтому, конечно, мне времени практически, наверное, только на тренировочный процесс, на восстановление и на учебу. Зрозуміло. Зараз завершується черговий навчальний рік. До вас будуть приходити нові студенти. Чи складно до вас потрапити? Чи складно вступити до вашого вузу, на факультети? І які вимоги до абітурієнтів? Ну, у нас зараз очень горячая пора, готовятся к вступительной кампании абитуриенты не только Николаева, Николаевской области, но и всей Украины. Кстати, к нам на факультет поступают со всех уголков нашей страны абитуриенты, и затем успешно учатся, им очень нравится наш факультет, поэтому мы сейчас выступаем, как бы рассказываем все, что у нас есть хорошее. У нас не только спорт высоких достижений, надо не забывать, что и любительский спорт, это тоже успех для некоторых наших, многих наших студентов. Поэтому в ближайшее время у нас вступает в полную силу прием документов, это с 11 июля. 2016-2017 год уже пойдет полным, на полном ходу прием документов, будет осуществляться на наш факультет в течение 10 дней, затем будет вступная кампания, непосредственно будут тесты сдавать ребята, которые будут поступать на три специальности на наш факультет, это специальность физическая культура, специальность спорт и специальность основы здоровья. То есть можно сдавать документы на все три специальности, а затем выбрать одну, которая будет по душе тому или иному будущему нашему студенту. Але відучившись, люди повинні бачити якусь перспективу. Діано, от
Ким ти будеш, коли завершиш навчання в вузі? Ну, хотілося б, звісно, тренером працювати. Будеш працювати дітей, тренером? Да. У Миколаєві? Чи десь вже намилила лижі? Ні, сподіваюся, десь вдома. А взагалі, яка доля у випускників вашого вузу? Як складається доля? Де вони працюють? Знаходять собі місце, де можуть реалізувати свої здібності і таланти? Діло в тому, що наш факультет, він має свою специфіку. Наші випускники мають право працювати в області фізичної культури і спорту, а також є при факультеті фізичної культури, в нашу структуру входить воєнна кафедра. Тому всі студенти, без виключення, можуть поступити по програмі офіцер запаса, отримати звання лейтенант і продовжити свою судьбу или свою деятельность в силовых структурах, в вооруженных силах Украины и так далее, и так далее. Те ребята, которые выбирают гражданский путь, для них, пожалуйста, тренер собранного вида спорта, мы готовим специальный спорт, это ДЮСШ, СДЮШОР, спорткласса, спортсекции и так далее, и так далее. Также место остается для учителей физической культуры. Сейчас на данный момент более 30 вакантных мест по Николаевской области. Везде предлагают жилье, ставку, поэтому наши ребята всегда найдут себя в этом направлении. И я думаю, что в этом учебном, вернее, в следующий учебный год мы наберем много желающих, и они будут получать вот дипломы по трем специальностям. Также у нас еще есть основы здоровья, которые также дают возможность работать как в школе, так же в фитнес-клубах, которых очень много сейчас в Николаеве и Николаевской области. Поэтому есть очень много направлений, которые может выбрать наш студент после окончания нашего высшего учебного заведения. Ну что ж, побажаем абитуриентам успешно сдать испыты и всем желающим вступить на ваш факультет. Диане и ее сокурсникам щасливої долі і успішно влаштуватися у житті. А у мене запитання в рамках нашої програми «Новий день». Зранку виходить, люди ще, хтось вже на роботі, а хтось ще тільки прокидається. Діано, як складається твій спортивний день? З чого починається? Ну, з утра одразу тренування. Отак? Да. А ранкова зарядка? Ну, иногда бывает, особенно когда на сборах, то есть это обязательно. У нас дома уже, конечно, немножко лень. А тренер вымогает, чтобы была ранковая зарядка? Ну, в принципе, мы приходим, у нас там своя зарядка, своя разминка, то есть, ну, дополнительно. Как бы. У котрі тренування починається? 8:30, 8:00, когда как. Ну, якраз таки зарядка, можна вважати, да? А потім ще вечірні тренування. Да. Зрозуміло.